На мой взгляд, выступление на Олимпийских играх сложилось не совсем удачно. То есть, если говорить по женскому направлению, да, то вы видите, что у нас нет ни одной медали, и только в мужском, так скажем, зачете мы получили, ну, в общем-то, неплохой, я бы сказал, результат и общий зачет, который пошел в копилку общекомандных медалей. Да, то есть это и Никита Крюков на спринте, то есть и Максим Великжанин, Александр Легков и Илья Черноусов действительно достигли своих результатов, особенно если говорить об олимпийском чемпионе, теперь уже Александр Легков. Вы видели, наверное, трансляцию по телевидению. Он действительно шел долго к этой мечте, и эта мечта наконец-то у него осуществилась. Его очень многие считали неудачником, потому что на этапах Кубка мира он очень часто, я бы так сказал, лидировал, но в конце у него происходило, либо он запинался и падал, либо у него ломалась палка и так далее. Его преследовали эти неудачи. Но тем не менее мы видим, что на собственной Олимпиаде, в собственной стране все получилось. Особенно было приятно, когда в последний день на королевской дистанции, как это считается, 50 километров, когда все наши три спортсмена заняли полный подиум. Это действительно была, на мой взгляд, красивая точка в Олимпиаде. И действительно, благодаря этой точке можно говорить, что действительно лыжники выступили удачно на Олимпийских играх.